Всем привет, меня зовут Виктория. Сейчас я хочу вам показать еще один заказ сайта Bonprix. На сайте мы заказали вот такую мужскую куртку для моего мужа. Куртка такая легенькая на теплую весну. Это был наш весенний заказ. Куртка выполнена из мягкого материала. Он такой немного переливается. Есть два кармана на замочке. Вот так внутри выглядит куртка. Есть небольшой внутренний карман. С капюшоном. Качество хорошее. Выполнено аккуратно. Нитки не торчат. Куртка немного на тоненьком утеплителе, на теплую весну, то есть можно носить при температуре примерно плюс 10 и выше. Можно использовать ее как вместо кофты теплой. Очень хорошо смотрится с джинсами, с синими, с голубыми джинсами, такого спортивного стиля. Рукава вот на резинке. Здесь у нас что указано? 100% полиэстер. Стирать при температуре 30 градусов, не отжимать. Угу. Так. Производство Китай. Вот такой наш заказ очередной сайта Bonprix. Заказом мы довольны. Муж носил весной эту куртку с удовольствием. Ему она очень понравилась. Так что советую заказывать товары на сайте Bonprix. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!